Здравствуйте! Вы смотрите ТВ ММК. Вся минувшая неделя в Магнитогорске была посвящена подготовке и празднованию главного городского события – Дня Металлурга. А подробнее о пусках новых объектов, визитах гостей и праздничных мероприятиях в нашей программе. Кислорода и азота станет больше. На Магнитогорском металлургическом комбинате введена в работу новая воздухоразделительная установка стоимостью 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Она возведена на площадке станции номер 5 кислородного цеха ММК. Торжественный запуск установки состоялся в присутствии председателя Совета директоров ПАО ММК Виктора Рашникова, генерального директора предприятия Павла Шиляева, топ-менеджеров комбината и первых лиц города. Доменному кислородно-конвертерному электросталеплавильному 11-му листопрокатному цехам для работы как воздух нужен не сам воздух, а его составляющие в чистом виде – кислород и азот. И слишком много их не бывает. Новая воздухоразделительная установка способна производить 35 тысяч кубометров технического кислорода и 30 тысяч кубометров промильного или чистого азота, а также около 1000 кубометров аргона в час для нужд ММК. Старые воздухоразделительные установки, они выдают промильный азот в меньшем количестве, поэтому у нас с промильным азотом ситуация по комбинату напряженная. То есть сейчас с вводом новой установки у нас потоки по кислороду, по азоту загрузятся полностью. Будет возможность проводить ремонт и оборудование по графику. Принцип работы воздухоразделительной установки таков. Из воздухозаборников, расположенных в здании по соседству, воздух поступает на станцию. Здесь он в первую очередь охлаждается и очищается. После любого комплексной очистки воздух с давлением 6 кг у нас уже поступает на компрессор. И здесь уже с 6 кг до 40 кг повышается давление и подается после этого уже на блок, где уже происходит разделение на три среды. Кислород, азот, аргон. Эти три среды мы выдаем в газообразном виде и можем выдавать и в жидком для потребителей, кому это требуется. Агрегат воплощает новейшие разработки криогенного машиностроения. Он произведен подмосковным заводом «Криогенмаш». Оборудование смонтировано за полтора года. Основным подрядчиком выступила АО «Прокатмонтаж». В числе прочего об этом доложил членам высокой комиссии начальник кислородного цеха Иван Евгеньевич Вахромеев. А затем в новую установку вдохнули жизнь председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников, генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев и глава города Сергей Берников. Необходимость увеличения мощностей по производству продуктов разделения воздуха возникла в связи с развитием мощностей по ОММК. Установка не только покроет потребности производства в продуктах разделения воздуха, но и будет выдавать их сразу под давлением, без использования дополнительных кислородных или азотных компрессоров. Это сэкономит примерно 10 мегаватт электроэнергии в час. В процентном выражении экономия составит 10% по сравнению с существующими блоками. В цехе рудообогатительных фабрик горно-обогатительного производства ММК сдана в эксплуатацию установка по обогащению шлама в шламохранилище номер 2. Новая производственная линия позволит увеличить долю собственного железорудного сырья в шихте агломерационного производства, а также существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. На пуске объекта побывала и наша съемочная группа. Установка переработки текущих шламов или так называемых хвостов горно-обогатительного производства возведена на месте шламохранилища, куда свозились отходы горно-обогатительного производства 50-60-х годов прошлого века. Фактически это измельченная пустая порода горы Магнитной, из которой когда-то уже извлекли железо. Долгие годы она стекала сюда, в лог сухой речки, а в результате естественного обогащения тяжелые частицы осели в верхней части шламохранилища, и горняки обнаружили, что в этих отходах накопилось железо, которое весьма целесообразно извлечь и вернуть в агломерационное производство. В конце 2015 года было принято решение освоить и переработать это месторождение, а в 2016 здесь закипела работа. Было много трудностей, которые инженеры и строители не только успешно преодолели, но и сдали объект с опережением на полгода. Оценить можно данное строительство объекта по шламопереработке с оценкой на 5. Мы прямо на объекте приглашали заниматься проектантов Механобра, проектантов Гипромеза,
генподрядчик по проектированию. Генподрядчик Маглин круглые сутки вел работы, и когда мы вышли в зиму. Кстати, эта зона по температурным характеристикам имеет разницу зимой на 7 градусов, чем в городе. Установка рассчитана на переработку 2 миллионов тонн шлама в год. Содержание железа в них примерно 29%. После извлечения получится так называемый концентрат с содержанием железа 59%. Как уверяют специалисты, извлекать из шлама полезный концентрат будет несложно, ведь это готовый песок, который не нужно, как на природных месторождениях, бурить, взрывать, дробить. Поэтому и срок окупаемости составит всего 1 год и 4 месяца. Мы же понимаем, что обеспечение себя собственным сырьем – это одна из самых таких, скажем, главных задач, и в частности для подразделения ПАО ММК горно-обогатительного производства. Это дополнительные мощности, 530 тысяч тонн концентрата для главфабрик. Это, так скажем, от 5 до 7% дополнительно собственного сырья, которым будем ввлекать в переработку для производства агломерата. Оборудование, которое здесь смонтировано, смело можно назвать уникальным. Например, здесь используется не только традиционная магнитная сепарация, которая практикуется во всех горно-обогатительных производствах, но еще и уникальный для России гравитационный способ обогащения, способный извлечь из окисленных руд железа, которое не примагничивается и не поддается традиционным способам магнитного обогащения. Гравитационный способ обогащения на винтовых сепараторах предполагает отделение окисленного железа за счет центробежной силы и силы тяжести. Установка по переработке шламов имеет и экологическую ценность. Ведь после извлечения железа и возвращения его в агломерационное производство на площадях шламохранилища образуется место, куда можно принять новые отходы производства, не занимая тем самым дополнительные участки земли. Руководитель проекта строительства установки переработки шламов Александр Кашкалда признается, что гордится этим объектом. Гордится специалистами, которые вложили в его возведение немало труда. Это работники горно-обогатительного производства, центральной лаборатории комбината, технического университета и многие другие. По проекту срок службы установки 7 лет, но Александр Николаевич уверен, что она прослужит гораздо дольше. На деле она проработает лет 15, я в этом абсолютно уверен. Потому что, так сказать, мы стояли у истоков этого проекта, мы знаем, что здесь лежит. У нас есть старые архивы, поэтому мы их поднимали. Кроме того, геологи нам здесь помогали проводить исследования. 15 лет уверенно мы отработаем здесь, соберем все те хвосты, все те шламы, которые можно использовать. Кроме того, мы, наверное, как бы научимся на этой установке работать лучше. Мы из нее... Ну, можно сказать, наверное, выжмем дополнительно, чтобы она, так сказать, не просто себя окупила, а чтобы приносила удовольствие именно в работе, чтобы она на самом деле отработала свой срок достойно. В завод управления Магнитогорского металлургического комбината подвели итоги конкурса «Лучший поставщик 2017». Среди сотен партнеров, которые поставляют на ММК различную продукцию, были отобраны 18. Представители этих компаний на торжественной церемонии из рук генерального директора ПАО ММК Павла Шиляева получили памятные дипломы. Прозрачность закупок – тот фактор, который в современном мире имеет для предприятия не только экономическое значение, но и влияет на имидж компании. Причем не только в России, но и на международной арене. С целью пропаганды открытости закупок, а также надежных партнерских отношений, руководством Магнитогорского металлургического комбината и был организован конкурс на лучшего поставщика. И проводится он с 2015 года. В преддверии Дня металлурга мы собираем наших партнеров, тех, кто... каждый день оказывает нам поддержку текущую, да, своей продукцией, своими услугами, является нашим таким стабильным партнером. Мы собираемся в этом зале для того, чтобы подвести итоги и лучшим из наших коллег, из наших партнеров сказать слова благодарности, да, и вручить отдельные знаки внимания. Заслушать оценку лучшей не так-то просто. Оценивается качество, востребованность, привлекательность, цена продукции, инновационная и научно-техническая составляющая товара и услуг, а также нацеленность на потребителей, объем и сроки поставок. Исходя из этого, были определены 18 лучших партнеров. В номинации «Технологическое оборудование» награду получил Электростальский завод тяжелого машиностроения. Такое доверие он заслужил, поставляя подшипники жидкостного трения для прокатных цехов, а также сложное оборудование, как доменные клапаны.
та продукция, которая несколько лет нами разрабатывалась, развивалась и улучшалась, она является для нас стратегическим, соответственно, металлургический комбинат представляет такое же стратегическое предприятие. Сотрудничество это длится уже несколько лет, и я надеюсь, что оно будет продолжаться дальше и только развиваться. На сегодняшний день ММК сотрудничает примерно с 1700 поставщиками. Их рейтинг по результатам поставок рассчитывается каждый квартал. Кроме того, проводятся технические аудиты и так называемые дни открытых дверей. Обновление исторического объекта. На Магнитогорском металлургическом комбинате в преддверии Дня металлурга завершилась реконструкция доменной печи номер один, с запуском которой в 1932 году отсчитывается история компании. Новое оборудование позволит существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Реконструкция первой доменной печи была произведена в очень быстрые сроки, за 132 дня. Чтобы осуществить ее, зимой агрегат полностью остановили. Самые современные системы аспирации установили на литейном дворе доменной печи номер один, а также в подбункерных помещениях первой и второй печей. Кроме того, что мы сделали аспирацию литейных дворов, мы смогли поставить впервые на комбинате медные холодильники в доменную печь. Компания «Даниэли» участвовала вместе с нами в этой реконструкции. Установка медных холодильников позволяет продлить компанию доменной печи без проведения вторых разрядов до 15 лет. Новая система аспирации забирает вредные газы непосредственно от места их образования. Улучшаются условия труда горновых и в целом экологическая обстановка на предприятии. Производительность аспирационных установок от 400 до 800 тысяч кубометров в час. Работа системы только на литейных дворах уменьшает выбросы пыли на 600 тонн в год. Торжественно запустить ее предложили первым лицам комбината и области. Стоимость проекта по реконструкции превышает 5 миллиардов рублей. Почти половина суммы – это стоимость оборудования. Его поставляли на комбинат сразу несколько фирм. В ходе технического перевооружения произведен демонтаж и замена всех элементов старой печи. Доменная печь номер один – очень важный для комбината объект. С ее пуска в 1932 году начинается история ММК. Последняя масштабная реконструкция этой печи была произведена в 90-е годы 20 века. Сегодня ее производительность – 3000 тонн чугуна в сутки или 1,2 миллиона тонн чугуна в год. Установка новых систем аспирации дает возможность расширять производство. Наращивать мощность печи теперь можно не опасаясь увеличения вредных выбросов. Они минимизированы, ведь аспирационная установка рассчитана на более мощные, нежели первая и вторая домны, агрегаты. Загрузка какая? Загрузка здесь конус стоит, двухконусный засыпной аппарат, конус. Скиповая, да. Вторая доменная печь у нас в БЗУ стоит. И даже несмотря на то, что мы на конусе, мы сможем на ней делать производство именно хорошее и высокое. А что подняли по производству? Сколько сейчас? 3500 мы хотим с нее забирать производство. А было? 3100, 3200 мы на ней уже отправили смело. Мы за вчерашние сутки 3400 тонн чугуна уже взяли. То есть мы разгоняем ее и будем нагружать и нагружать. Руководство цеха отмечает, при реконструкции первой доменной печи применены самые передовые технологии. Этот промышленный объект сегодня является эталоном не только для России. На 2020 год запланирована реконструкция доменной печи номер два. Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК «Метиз» ко дню металлурга запустил новый комплекс по производству проволоки и канатов. Его ввод позволит улучшить качество проволоки и освоить новые виды канатов. На открытии комплекса побывала наш корреспондент Татьяна Зайцева. Первым делом почетным гостям продемонстрировали комплекс по производству болтов, гаек и саморезов в калибровочно-прессовом цехе. В их числе тайваньские автоматы по производству крепежа по стандартам DIN диаметром от 6 до 12 мм для машиностроения, приборостроения и строительной индустрии. Здесь освоено производство новых импортозамещающих видов крепежа, ведь сегодня на российском рынке основной объем самонарезающихся винтов, болтов и гаек по стандартам DIN импортируется из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, ММК «Метиз» производит и весьма востребованный сегодня крупный крепеж. Особенности новых станков в том, что, во-первых, они производят более широкий ассортимент продукции по сравнению с давно действующими станками. Например, длина болтов, производящихся здесь, может доходить до 200 мм, в то время как длина болтов, произведенных на уже действующем оборудовании, доходит всего до 90 мм. А во-вторых, новое оборудование оснащено несколькими системами защиты для предотвращения аварийных ситуаций.
Например, когда подачи металла недостаточно, срабатывает датчик, который исключает поломку устройства переноса заготовки. Далее гостям показали линию, включающую новый, заменивший 6 старых печей, немецкий закалочно-отпускной агрегат для производства высокопрочного крепежа диаметром от 6 до 30 мм и отечественную линию для гальванического оцинкования крепежа диаметром от 12 до 36 мм. Цинковое покрытие длительное время сохраняет как барьерные, так и протектирующие свойства. Поэтому оцинкование является наилучшим средством для защиты крепежных изделий от коррозии. Эта автоматизированная линия выпускает 300 тонн крепежа в месяц. Ввод данного оборудования обеспечил высокое качество термической обработки крепежа и расширил ассортимент за счет производства оцинкованного крепежа больших диаметров. Прежде в цехе могли покрывать цинком только некрупный крепеж. Между тем, крупный высокопрочный крепеж сегодня востребован настолько, что ММК «Метис» рассматривает вопрос расширения его производства. Чем хорош высокопрочный крепеж? Допустим, если конструкции надо удержать 10 тонн, ну, по расчетам, допустим, по проектным мощностям, то если применять обычный крепеж, надо применить 200 штук крепежа. Да? А если применить крепеж повышенного класса прочности, надо уже всего лишь 20. Это значительно облегчает конструкцию монтажную и позволяет строителям искать новые варианты для возведения своих конструкций. Наконец, последняя новинка предприятия ММК «Метис», сданная в эксплуатацию именно в преддверии Дня металлурга 2018 года, комплекс по производству проволоки и канатов, точнее, его первая очередь, которая включает новые термотравильные агрегаты, волочильные станы, предъявьющие и канатные машины европейских производителей. Общий объем производства составит более 43 тысяч тонн в год. Ввод данного комплекса стоимостью свыше 1,5 миллиарда рублей позволит улучшить качество проволоки УАО «ММК «Метис», пользующейся спросом как на отечественном, так и на зарубежном рынках, а также освоить новые виды канатов, в том числе восьмипрядные, не раскручивающиеся, с пластически обжатыми прядями. Ввод второй очереди комплекса запланирован на 4-й квартал 2018 года. В завершении осмотра введенных ко дню металлурга объектов председатель совета директоров ММК Виктор Рашников отметил не только их производственную, но и экологическую ценность. Впрочем, в последние годы эти два аспекта идут на ММК рука об руку. Так будет и впредь, заверил Виктор Рашников. Сегодня буквально на совете директоров вновь смотрели, значит, нашу инвестиционную стратегическую программу до 2025 года, в которой входит и коксовая батарея, новая, мы ее буквально приступим уже с первого квартала следующего года. И там стоит доменная печь новая, ну, коксовая, позволит закрыть 5 коксовых батарей сегодня работающих, а доменная печь позволит закрыть 3 доменных печи. Все это позволит, вот, нам, согласно этой стратегической программе, подойти к 2025 году, где мы должны вписаться во все абсолютно нормативные допуски и должны соответствовать критерию «чистый город». Ну а глава региона Борис Дубровский высоко оценил обновление метизнокалибровочного завода. Где мы сейчас находимся, это вот пример глубокой переработки. Это продукты с высокой добавленной стоимостью. Это, собственно, импортозамещение, вот о чем сейчас нам говорил директор. Ну и еще один аспект очень важный, который мы с комбинатом работаем вместе, которым мы вместе занимаемся, это переезд двух площадки калибровочного завода на площадку метизного завода. Освобождается очень серьезная большая площадка с инфраструктурой. Она уже сейчас имеет статус индустриального парка, причем именно статус индустриального парка, который позволяет развивать малый и средний бизнес в Магнитогорске. Это очень важно. В число социально значимых объектов, пуск в эксплуатацию которых приурочен ко Дню металлурга, в этом году вошел 3-подъездный жилой дом по адресу улица Труда, 44, корпус 5. Он был построен в рамках долгосрочной жилищной программы «Доступное жилье металлургам Магнитки» для работников группы ПАО «ММК». На торжественной сдаче дома побывала Юлия Никифорова. Новый дом, предназначенный для работников группы ПАО «ММК», расположен в жилом комплексе «Ключ». Общая площадь комплекса – 22 тысячи квадратных метров. Он состоит из 5 отдельных 4-этажек. Жилой массив обнесен забором. Здесь замечательные детские площадки. Предусмотрена просторная парковка для автомобилей. 4 корпуса «Ключа» пока еще не сданы в эксплуатацию. Ну а 5-й, в котором 56 квартир, торжественно открыли сегодня. Мы сегодня с большой радостью пришли к вам, чтобы торжественно открыть
вот, эти прекрас... вот этот прекрасный жилкомплекс, поздравить вас с новыми квартирами, с новым местом жилья и самое главное, вот с этой красивой, прекрасной, с красивым, прекрасным окружением, двором, деревьями, детскими площадками. Живите здесь счастливо, растите детей, с праздником вас! Самое ценное для любого, для любой семьи, особенно для молодых, это собственное жилье. Особенно если оно находится в таком, с такой инфраструктурой, жилье такого качества, в таком экологически благополучном районе, ну, эта ценность вдвойне возрастает. Вот это яркий пример социально ориентированной политики предприятия. Комбинат всегда не забывает о социальной сфере. И сегодня очередной этап этой сферы. Знаете, вот вам даже повезло, не то, что повезло, а я смотрю, вот Александр Олегович, он здесь будет жить. Я. У вас будет сосед, председатель городского собрания. Я. По совету друзей, на полагающийся по законную ипотеку, я приобрел квартиру в доме последней модели. Сумасшедшей площади 76,4 квадратных метра. Поэтому, думаю, надо жить нам всем здесь, как мушкетеры. Один за всех и... Правильно. С выбором новой квартиры Александр Морозов не ошибся. Жилой комплекс «Ключ» уже сейчас можно назвать одним из самых современных и комфортных для проживания в нашем городе. Это новый дом, таких еще не было в Магнитогорске. У нас, значит, в этом доме предусмотрено в каждой квартире газовый котел, который люди сами делают себе отопление, горячую воду. Здесь нет оплаты за отопление, нет оплаты за горячую воду, здесь есть только оплата за газ. То есть люди сами себе это все производят, поэтому это все намного дешевле. Самыми первыми новоселами корпуса номер 5 стала металлургическая семья Максимовых. Павел Владимирович Шиляев торжественно вручил им символический ключ от новой квартиры. Мы работаем на Магнитогорском металлургическом комбинате. Я работаю в центральной электростанции, муж работает на паровоздуходувной электростанции. Мы подошли по программе помощи молодым семьям и получили субсидию 250 тысяч от Магнитогорского металлургического комбината. Сергей и Наталья Максимовы пригласили почетных гостей к себе и показали новую квартиру. Все прошло в самых лучших традициях посещения новоселов. Гости пришли с подарками. Павел Владимирович вручил семье телевизор. Хочу выразить огромную благодарность нашему городу, нашему комбинату, Павлу Владимировичу, за ту возможность покупки квартиры в этом прекрасном районе. Спасибо большое Союзу молодых металлургов за поддержку социальной программы, которая проводится. Оставшиеся 4 корпуса нового жилого комплекса «Ключ» планируется сдать в эксплуатацию этим летом. Всего здесь 192 квартиры. День металлурга – особенный и очень любимый праздник представителями старшего поколения, людьми, которые прославили наш город своим трудом. Традиционно в канун главного магнитогорского праздника для активистов ветеранских движений организовывается праздничный вечер в ледовой арене «Металлург». Состоялся такой и в этом году. Его почетными гостями стали генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев, а также ветераны предприятия. Приезд к нам в Магнитку на День металлурга ветеранских делегаций из Кизельского и Агаповского муниципальных районов стал традицией. Гости специально прибывают задолго до начала праздничного концерта, чтобы пообщаться друг с другом и, как они говорят, со своими депутатами. Мариной Шеметовой, Андреем Ереминым, директором благотворительного фонда «Металлург» Валентином Владимирцевым. Для селян депутаты – связующее звено с городом, помощники в благоустройстве, решении социальных проблем. Кстати, приглашением на праздничный концерт поселковые советы поощряют именно самых активных и неравнодушных активистов-общественников. Поселковый совет вот наградил за активную просветительную, наверное, деятельность в селе. Поездкой сюда, да. Со мной приехал еще вот Александр Балдашов. Это человек, который из года в год, каждый день летом в любую погоду идет на озеро. У нас есть озеро. И подбирает за рыбаками, за местными жителями. Все, что брошено там, где не надо. Люди пришли к тому, что пользоваться можно, но убирать не обязательно. Вот. Я решил это дело произвольно убирать. Каждый день, потихоньку.
День металлурга – народный праздник, причастность к которому чувствуют все жители региона. Ведь Магнитка и ближайшие к городу сельские районы исторически развивались и развиваются в едином тандеме. Оно как раньше было, еще в советские времена, город всегда приходил на помощь селу, поэтому вот сейчас это возобновляется и только в лучших своих традициях. Буквально несколько дней назад установили детскую площадку благодаря Еремину Андрею Анатольевичу. Вот им большое ему спасибо, помог с финансированием. Депутаты поздравили гостей с праздником. Я желаю вам здоровья. Я очень хочу, чтобы еще долгие годы мы встречались с вами на праздниках. А когда случается нужда, проблема, вы знаете, что плечико по мере возможности мы всегда готовы вам подставить. С праздником вас! Желаю вам всем оптимизма, здоровья, конечно, хорошего сегодня настроения, хорошего праздника. Еще раз праздником всем! Праздничный вечер стал замечательным поводом для встречи руководства комбината и города с героями-ветеранами, стоящими у руля металлургического гиганта в разные годы. Эта встреча коллег по общему делу, партнеров, добрых друзей и для генерального директора ММК Павла Шиляева, и для главы города Магнитогорска Сергея Бердникова. За плечами каждого из этих людей огромный список побед, дел, достижений, совершенных во благо родного металлургического комбината. К примеру, Вячеслав Николаевич Егоров в годы, когда он возглавлял коксохимическое производство, очень много сил тратил на развитие бытовых условий для рабочих. Мы считались с точки зрения бытовых условий лучшим на комбинате. Без хвастовства могу это сказать. У нас брали пример, к нам приезжали с других коксохимических предприятий. В каждом цехе были бытовые очень хорошие, с баньками. То есть, значит, лучшие медицинские центры. Преемственность трудовых поколений металлургов, активность ветеранского и профсоюзного движений, замечательные магнитогорские традиции, позволяющие героям-ветеранам всегда быть в центре событий, принимать активное участие в жизни города и комбината. Как говорится, все объединены одним делом. А День металлурга – общий праздник. В арене «Металлург» состоялся большой праздник для ветеранов ММК. Он был посвящен предстоящему Дню металлурга и объединил под одной крышей тысячи людей, которые были преданы своей профессии многие десятки лет. Посмотрела театрализованное представление Евгения Салахутдинова. На календаре только 12 июля, канун главного праздника металлургов, а на площади у арены «Металлург» уже многолюдно. По традиции, в этот день здесь чествуют ветеранов комбината, людей, которые всю свою жизнь посвятили производству, которые жили своей профессией. Вот они, герои наших дней, сталевары, доменщики, прокатчики. Дать им определение «бывшие» нельзя, потому что бывших металлургов не бывает. Многие пришли на праздник с семьями. Здесь представители трудовых династий. Таисия Александровна и Владимир Анатольевич Кучеренко на двоих отработали на комбинате 90 лет. Сейчас их дело продолжает внук, который трудится на стане 5000. Я работала всю жизнь на железнодорожном транспорте. Диспетчером работала на станции, руководила. Ну, у меня был первый, второй, третий листопрокат. Это мои золотые прокатные цеха. До армии 3 года работал в электровозном депо. С армии пришел, стан 2500. Потом Мартен номер 1. Отсюда ушел на пенсию. Еще 5 лет проработал, будучи на пенсии. Должности старшего мастера разливки стали. Так что комбинат и город едины. Мы их любим, выросли, родились здесь, Лидия Аркадьевна Атлас отработала на производстве 37 лет. Она все годы трудилась в одной должности – секретаря начальника цеха. При ней сменилось 13 руководителей. Не поменялось, признается одно – любовь к своей работе. Это наш праздник, наш день. Живем и ждем День металлурга. Нам нравится. Для всех ветеранов комбината в зале арены «Металлург» была подготовлена большая праздничная программа. Поздравить с профессиональным праздником ветеранов производства пришли самые высокие гости. Со сцены они не только говорили теплые слова поздравлений, но и благодарили за огромный вклад в профессию и за невероятную самоотверженность. Спасибо вам большое за любовь к этому городу, за ваш труд на благо комбината. Это благодаря вашим талантам, вашей судьбе,
Слава Магнитке гремит на всю страну. Это благодаря вашей любви города он растет и развивается. Мы продолжаем ваши идеи. Спасибо вам за вашу любовь, спасибо вам за ваше неравнодушие, за ваши яркие, добрые глаза, за вашу душу. С праздником, дорогие друзья! Мы сегодня в честь праздника металлургов, в честь Дня города организовали и все лето будем продолжать, можно сказать, празднование. Но это будет хорошей традицией и продолжаться дальше. Во всех скверах, парках города будут играть живые оркестры, музыканты, с тем, чтобы после тяжелой работы на металлургическом комбинате люди имели возможность прийти, отдохнуть с детьми, с женами, с внуками, получить удовольствие. Потому что мы точно сегодня понимаем, что не только работа в основе жизни лежит, а уже в большей степени отдых. День металлургов – это праздник труда, традиций, семейных династий. Это символ верности профессии сотен тысяч горняков и металлургов нашей страны. Я хотел бы пожелать вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии. Самая лучшая профессия – это металлург. Для каждого живущего в нашем городе человека. Конечно, если этот человек нормально и правильно воспитан. И каждый год мы собираемся здесь, в этом 6-тысячном дворце, очень торжественно и одновременно по-домашнему. И очень приятно, что на этой торжественно-домашней встрече всегда присутствует с нами уже много лет настоящий генерал-лейтенант. Золотые погоны. Анатолий Петрович неизменно каждый год на День металлурга с нами. Он правильно воспитан. Уважаемые ветераны, от имени губернатора Александра Дубровского, председатель Стадии собрания Владимира Мякуша, от имени областного совета ветеранов, общественной палаты, я поздравляю вас с замечательным праздником, Днем города и металлурга. В основе праздничной программы хроника прошедших лет, десятилетия, за каждым из которых целая история. Годы войны, оттепель, перестройка, вся жизнь за несколько минут. И ретро-номера, танцы и песни, как оформление этих воспоминаний. Для ветеранов на сцене выступили лучшие коллективы Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Не только стратегические объекты комбината запускают в эксплуатацию в День металлурга. На площади у Ледовой арены накануне большого праздника состоялось торжественное открытие нового здания билетных касс. Участие в церемонии приняли первые лица города и комбината. Арена «Металлург» в своем развитии, подобно металлургическому флагману, не стоит на месте. Здесь только за последний год появились новые раздевалки, были обновлены помещения детского ледового дворца. И вот накануне Дня «Металлурга» открываются билетные кассы. Строительство здания началось в прошлом году при активном содействии Магнитогорского металлургического комбината. Красная лента у входа сегодня как символ. Большая работа завершена и как раз вовремя. Скоро стартует новый сезон. Спасибо. Внутри все удобно и красиво. На стенах несколько экранов с расположением зрительных мест. Конечно, здесь и все, что касается нового сезона, все важные даты, фотографии участников. Кстати, турнир «Рамазана» уже расписан по дням. Первые три абонемента в кассах купили почетные гости. Генеральный директор ММК Павел Шиляев сделал это по всем правилам. Он активно следит за игрой нашей команды. Сейчас оформляем все заявление, подписываем и в течение полугода удерживается, чтобы зарплату удержать, да, чтобы официально было все. Да. Билеты и абонементы на новый хоккейный сезон болельщики смогут приобрести в кассах арены «Металлург» уже с сегодняшнего дня, с 13 июля. Событие важное, потому что с вынесением этих касс в отдельное здание, во-первых, удобнее болельщикам стало, ближе и парковка рядом, и все. Второе, мы освободили помещение внутри арены. Вместо них построили раздевалки чемпионата мира, провели шикарный чемпионат мира. Все довольны очень, на самом высоком уровне. Шикарный монитор для болельщиков, информационность полная, открыта по всем матчам. Поэтому это вот звенья одной цепи. Проект для удобства болельщиков.
Проливной дождь не помешал сделать настоящий инфраструктурный прорыв в горнолыжном центре Абзакова. В рамках сдачи в эксплуатацию пусковых объектов, приуроченной к Дню металлурга, председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников произвел тестовый запуск нового кресельного подъемника. В полную мощность подъемник заработает уже к началу горнолыжного сезона. Игорь Гурьянов подробнее. Это площадка, где раньше располагалось стендовое стрельбище. Сейчас вот так, пока только служебные помещения новой канатной дороги. Если права примета, что дождь дорогу – это хорошо, то новому подъемнику маячит впереди только зеленый свет. Временами дождь хлестал, как из ведра. Что, впрочем, не умаляло хорошего настроения тех, кто в субботнее утро собрался здесь. Люди заинтересованные, каждый из них хоть каким-то образом, но принял участие в строительстве. Одни на коротке обсуждают, как прошел день металлурга, другие примеривают на себя мягкое кресло подъемника. Если лаконично, то это прорыв. Любители абзаковских горнолыжных склонов знают, что основные подъемники этого курорта – бугельные. Кресельный стартует из дома отдыха, что было не совсем удобно. По равнине от места старта до места финиша пара километров. Не находишься. Новые в непосредственной близости от трасс, что называется в шаговой доступности. Прибывший чуть позже остальных председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников самым подробным образом знакомиться с текущим состоянием дел, схемой расположения и движения канатной дороги. Сейчас ему рассказывают, что длина дороги почти 1,5 километра, перепад высот около 500 метров, скорость движения 4 метра в секунду. Наступает самый волнительный момент. Наготове красная кнопка запуска. Запуск подъемника пока тестовый, понятно, без пассажиров. Комфорт, который сулят кресла этого подъемника, оценивали на земле. Мягкие сиденья, страховочное устройство, защитный пластиковый колпак. В полную силу и более массово эти преимущества оценят уже первые посетители ГЛЦ в начале сезона. Мы рассчитываем пустить данный подъемник к новому сезону. Заканчиваем строительство в третьем квартале этого года. Ну и, соответственно, для всех наших любимых клиентов мы его запустим к Новому году. С этим подъемником наш курорт заживет еще лучше. Во время ознакомления с новым техническим устройством Виктору Рашникову также рассказали о перспективах развития самого курорта. Социальный ли это объект, так и слышатся голоса скептиков. Пожалуй, да, и вот почему. В Магнитогорске, благодаря двум горнолыжным курортам, горнолыжный спорт давно и прочно перешел из разряда элитарных в массовый. Очереди на бугельный подъемник изрядно портили настроение горнолыжникам. Теперь очереди, если не будут ликвидированы, то существенно сократятся. Следовательно, и сам отдых в Абзаково, в том числе для металлургов, станет кратно комфортнее. Наша программа подошла к концу. Встретимся в следующий четверг в это же время. Смотрите ТВ ММК. Будьте в курсе самых последних новостей с производственной площадки. А мы, журналисты телекомпании ТВН, будем и впредь держать руку на пульсе металлургического гиганта. До свидания.